Екатерина Сухитаева, отделение духовых и струнных инструментов. Я ее не люблю. Не люблю. Это сила привычки случайной. Но зачем же с тревогой тайной? На нее я смотрю. Ее речи ловлю. Что мне в них, в простодушных речах, тихой девочки с женской улыбкой? Что в задумчиво робко смотрящих очах этой тени, воздушной и гибкой? Отчего же, и сам не пойму, мне при ней как-то сладко и больно. Отчего трепещу я невольно, если руку ее на прощание пожму? Отчего на прозрачный румянец ланит, я порою гляжу с непонятной злостью и боюсь за воздушную гостью, что как призрак она улетит. И спешу насмотреться, и жадно ловлю мелодически милые детские речи. Отчего же боюсь я и жду с ней встречи? Ведь ее не люблю я, клянусь, не люблю.